Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как сделать ХС, раздвижные двери. Выбираем новое окно. И здесь в систему нам надо выбрать систему ХСТ 8000 или 9000. Что нам нужно? Тоже, так как и обычно, выбираем стеклопакет, дистанционную рамку и цвет нашего ХСТ. Потом нам надо ввести размеры. Здесь все подставляется автоматически в раме. В створке тоже нам автоматически подставляется и створка, и фурнитура. Можем поменять сторону открывания. И тип ручки. Ручка с одной стандартная с одной стороны, ручка с одной стороны с замком. Ручка с обеих сторон с замком и без ручки. Вот так и получается наше ХСТ. Если нам нужно ХСТ, чтобы открывалось посередине, обе створки открывались одна налево, вторая направо, тогда здесь нужно поменять схему, да? Тогда выбираем схему С вместо схемы А. Но здесь, ну, узкое, да, слишком узкое окно. Вот такой узкой створки мы не сделаем. Но если у нас ширина хорошая, тогда можем поменять и выбрать схему С. Тогда оставляем схему А. И наше ХСТ поставлено. Спасибо!